Харет Константин Спирович, директор Государственного русского драматического театра имени Чехова, Республика Молдова. Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, для меня большая честь в этот великий праздник получить такую медаль. Но это оценка не только моей деятельности, это оценка всего театра, Государственного русского драматического театра имени Антона Павловича Чехова из Кишинева. Несмотря на все сложности и на все трудности, наш театр крепко удерживает первое место как самый посещаемый театр в нашей стране. Потому что к нам приходят не только русскоязычные зрители, к нам приходят молдаване, болгары, гагаузы, и мы по праву называемся островком русской культуры и русской духовности. Спасибо большое. Дорогие друзья, нет ничего более основательного, чем история и традиция, потому что это уже было, и это уже никуда не денется. Но нет ничего более вдохновляющего и вселяющего надежду, чем культура, потому что она – дорога в будущее. С праздником вас, всего вам самого доброго.